The wall itself has a very history. It's a церковь впервые. Continue with the outlines. Вот, это так, ну, себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди время стал Антиох Эпифан. Кто бы мог пару слов об этом сказать? О чем вы думали? Имеет ли это какую-то связь или какой-то смысл по отношению к служению, которым вы сейчас заняты? Почему я задаю вопрос? Это не клуб правильных ответов. Знаете, меня очень расстраивает, когда люди хотят отвечать правильно. Вот, надо ответить правильно, как положено, вместо того, чтобы сказать то, что ну, честно, есть на самом деле. И вот пока эта игра продолжается в правильные ответы, нету шансов начать... Честно говоря, просто нет. Вот, не, спасибо, я хочу знать. Чем вы? Вот, спасибо, мне важно это понимать. Спасибо, я же это понимаю, почему я и спрашиваю. Да. Я хочу сказать, что я была приобрела книгу Архиповой «50 вопросов в домашней группе». Начала ее читать, скажу честно, но она мне не пошла. Именно манера подачи информации, ну вот она что-то мне не легло на сердце, я это отложила, заставляла себя... учить дальше, но не получилось. И как бы не спорь, ты знаешь, что это нужно, это важно. И нам сказали, что будет учение про евангелизацию. И когда вы сказали, что это домашний урок, это был сюрприз от Господа. Потому что я лично для себя понимаю, что это то учение, в котором я, например, нуждалась в этом времени. Спасибо. Причем там некоторые вещи, вот вы за этих пиетисты. Да, в одном духе, почему? Потому что перед этим у нас было учение. Слово не перепутать. Да. Теперь вы будете его узнавать. Если будете где-то читать, вы уже будете вспоминать об этом. Да. Я когда по Вене сейчас вот в начале сентября, по-моему, ездила, гуляла, и группу водили по старинное место, архитектура 16-18 столетия, как раз эта эпоха. И вот, значит, экскурсовод говорит, обратите внимание, видите, говорит, по Вене разбросаны памятники в виде вышек. Вы просто столб, памятный столб, и наверху нечто, обычный образ Марии. Вот. Иногда какие-то две статуи. А это, значит, огромная, тогда еще реставрационные работы велись, огромный пик, огромная башня, и наверху три персоны. Говорит, вот впервые, значит, появляется... такой памятник, где воспевается Троица. Почему Троица? Потому что в этом это памятник трем победам. Победа над 30-летней войной, победа над тифом и, по-моему, и победа католической иезуитов над протестантами. И я вижу этот памятник, я вижу эту евангельскую церковь, которая больше не принадлежит авторам, и я вспоминаю, что я читала, мне это теперь знакомо. А год назад бы или там два года я бы была в том месте, я бы не поняла ни разницу между башнями, ни... причем здесь тройная победа. Когда информация повторяется, она нам уже, когда знакома, она интересна и легче воспринимается. Хорошо. Немножечко назад, сделать маленький шаг назад и вспомнить ключевую мысль, или, по крайней мере, я так хотела, чтобы это было бы главным во вчерашнем дне, я хотела, чтобы оно заключается вот в чем. У домашних групп должны быть цели. У служения на дому должны быть цели. Если цели нет, это становится
служение становится как чемодан без ручки. И я буквально бы так и назвала эту часть «чемодан без ручки». Чемодан без ручки – это нечто обременительное. Его выбросить не получается, нести тяжело. Выбросить мы его не можем, потому что в нем какие-то ценные вещи. Мы же за него платили, и туда еще, и мы начинаем особенно, знаете, вот как в хозяйстве вещи, а вот может пригодиться еще для того и для того, когда мы не можем долго, с чем-то расстаться, мы начинаем сами себе придумывать, как же оно нам пригодится в хозяйстве, да? Знакомо вам, да, такое? Я помню, реклама такая была про стиральную машинку какую-то там, что она может стать тумбочкой. Она может стать прекрасной подставкой для цветов. И мне кажется, что с идеей домашних групп происходит периодически то же самое. Распустить жалко, люди же приходят, да, вчера ты говорила, приходят же, бегут же, что-то же им там надо, как же мы их, вот куда же мы теперь это денем? И я очень люблю лидеров. Очень люблю людей, общение, правильно сказать так, с ними. Я люблю встречаться с лидерами, мне нравятся лидерские школы. Я люблю лидерство вообще. И когда я встречаюсь с такими группами, где лидер становится, я называю это заложником домашней группы, мне очень жалко лидера. В каком смысле? Мне жалко потенциала. Почему? Потому что, ну, я говорю как, есть цена, соотносительная цена. Есть чашка кофе за 10 гривен, есть чашка кофе за 1000 гривен. Одно и то же кофе. Ты его купишь за 10, но за 1000 ты его уже, наверное, не купишь, потому что делаете так. Если вы понимаете, что вещь не стоит этой суммы, вы за нее просто не платите. Цена должна быть адекватная. И вот вернемся во вчерашнюю историю. Мы вчера вспоминали домашние группы «Книги деяний». Мы вчера вот немножечко узнали о маленьком пятачке земли Германии, 17 век, как там было пробуждение. Знаете, насколько было бы все печально, если бы эти начавшиеся домашние группы навсегда остались бы этими же домашними группами, если те лидеры, которые начинали движение, навсегда стали заложниками этих 12 или сколько там людей. Если этот человек имеет пасторское посвящение конкретной группе людей, он как бы себя привязывает к поместной общине, к поместной к группе людей. И вот он себя посвящает всю жизнь до конца своих дней быть слугой этой группе. Это оправдано. Это его призвание, это его решение, это честно. Он на это согласился, он под это подписался, да? Все понятно. Когда я делаю такую работу, такое посвящение, я знаю, что я на это пошла осознанно. Как апостол Павел, я себе разрешила приковать. Это мое личное посвящение. Меня туда не затащили, не обманули. Не пообещали, давай побудь тут лидером полгода, потом посмотрим, как получится, а ты как туда попал и бросить не можешь. Этого не было. Мое посвящение, на то оно и посвящение, абсолютно осознанно и взвешено. Но что, если ситуация другая? Вы беретесь за какое-то дело, которое не продвигается дальше, закраживается в каком-то состоянии, и вы не понимаете, вы должны тут быть, не должны быть. У вас служение или домашняя группа становится как чемодан без ручки. Вы не можете это оставить, потому что это овцы Божьи, это Божье стадо. Вы приняли вызов от Бога, вы себя посвятили, вы сделали благороднейшую вещь. Вы не можете это оставить. Возникает вопрос, а нужно ли, чтобы это было вообще? Нужно ли это? Есть ли необходимость в таком собрании? Пока это вопрос риторический, но я хочу, чтобы сегодня у нас было, ну, я хочу, наверное, это даже провокация какая-то с моей стороны. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами разрешили себе задавать честные вопросы. И не бойтесь задавать себе честные вопросы. Бог не пострадает от вашей честности, Он не станет меньше.
Я раньше боялась задавать сама себе вопрос, а вдруг я получу какой-то страшный ответ, неудобный. Там книга Сидорота лежит, там написано, должно быть что-то еще, кроме того, как мы привыкли думать или на чем мы остановились, да? Так вот, домашние группы. Пробуждения, о которых мы узнаем и думаем, что это модель, вековая модель. Вот все, вот, значит, книга Деяний, это модель, все, что мы там читаем, они собирались вместе. Ага, вместе собирались, что мы еще знаем? Преломление там было у них. Очень важно, там была атмосфера, этому мы также уделим внимание. Атмосфера, наверное, это 90% вообще успеха служения. Божья атмосфера, где есть радость, где есть нечто, что людей туда привлекает, да? Это очень важно. Но мы не знаем, как долго они собирались в таком составе. Мы не знаем, через сколько от этой церкви, от этой общины, от этой куцы ничего не осталось. Вы пытались это вообще взвесить? Иерусалим через сколько был разрушен? Прошло не так много времени. А церковь, большая часть новозаветней общины Иерусалима успели переехать в Пелую Иорданию. До того, как произошла ужасная катастрофа в Иерусалиме, апостолы, они ушли оттуда. И с ними большая часть верующих ушла. Ну, по крайней мере, это те крохи, которые мы узнаем из церковной истории. Там Евсевия Кесарийского, еще какие-то... Ну, версии о том, как это было. А потом в Иерусалиме произошли страшные вещи. Реки крови, убитые дети, убитые женщины, старики. И один церковный историк Евсевий Кесарийский, он написал, он воспел гимн. Вы знаете, что такое книга «Церковная история» Евсевия Кесарийского? Слышали об этом? Я вам расскажу. Кто-то спасибо. Есть книга, которая так и называется «Церковная история». Автор ее Евсевий Кесарийский. В мире последователей Христа это произведение считается первым таким как бы зафиксированным трудом или документом, об кроме книг Нового Завета, об истории церкви. Это не значит, что он был первым, потому что это уже 326-е, по-моему, годы. Это он не первый труд, просто остальные были уничтожены. И в его произведении есть отрывки и цитаты, которые нам показывают, что были и ранние труды. То есть мы об этих трудах, об этих документах только узнаем от Евсевия Кесарийского, потому что там иногда они зафиксированы, но самих трудов не осталось, они были уничтожены. И вот он там говорит, Евсевий Кесарийский был Константина императора, и все выглядит так, что похоже именно этот Евсевий и его прилаты, приближенные люди, они и нарисовали лицо христианства. То есть вот какие у них были взгляды и убеждения, и по причине того, что он был представителем священства рядом с Константином, как он вот влиял, как он оформлял портрет христианства, таким он и стал. Просто какой-то человек, один человек и влияние. И все, по дружбе, понимаете? Или по приближенности. И мы из этой книги узнаем, что он поет гимн Господу, Агнцу, Вседержителю, великая такая песня с цитатами из Библии. И вот, значит, что же за гимн, что же за радость Кесарийского, он радуется тому, что наконец-то наступает царство Христа Владыки. Почему? Потому что церковь более не будет гонима. Минецианов, Неронов, больше не нужно будет прятаться, наступает наконец царство Христа Владыки. Почему? Потому что вся власть переходит церкви. Он видит, что наступает тысячелетнее правление. И он говорит, вот настал этот час, вот настало это великое время, там такой гимн. И в этом же гимне есть слова, которые говорят, что уничтожены были с лица земли все
нечестивцы, и указывает он на трагедию в Иерусалиме 70-го года. Потому что Евсевий Кесарийский свято верит, что всех святых Божьих там не осталось ни одной души. Что когда эти реки крови лились, когда убивали младенцев, женщин и детей, что там на самом деле, по его пониманию, не осталось ни одного христианина. Все вот негодяи, они суд Божий излился на них, и вот их всех там, в общем, покромсали. Я, когда читала, с одной стороны, он так восхищается делами Божьими, с другой стороны, наверное, совсем как-то вот, что ли, соображалка не включается, или что? Там были старики, там были маленькие дети, там были мессианские верующие из тех семей, где, ну, например, уверовала жена и не уверовал муж, или уверовала дочь, которая не замужем, и она не могла бы никаким, ну, она не могла оставить дом отца, это традиция, это культура, она не позволяла этим вещам, эти люди там погибли, несмотря на то, что не могло бы так просто вообще в жизни не бывает, чтобы ни одного Христова, чтобы мессианских там не осталось. Они погибли вместе со всеми. Значит, погибли люди, которые, давайте там, да, включать свое воображение, они были в каких-то домашках. Наверное, они продолжали собираться и молиться, чтобы там, ну, или гнет Рима упал, чтобы война прекратилась, чтобы там Тит отошел, я не знаю. И вот происходит то, что происходит. Какая-то часть общины мессианской, она сохраняется, они переезжают в Иорданию. Те, кто не смогли ехать, они уничтожены. И мы ничего не знаем, что было. Они делились они там на 12, на 16, через полгода, через как у Нейбора, через там год, как у кого, не знаю. Мы ничего не знаем о стратегии наших групп. Мы просто узнаем часть истории. И вот почему я говорю об этом. Наверное, была бы самая скучная и печальная история общины Божией, если бы организовывались домашки и оставались навсегда в этом же состоянии. Понимаете? Какая там атмосфера радости и величия, когда одни и те же лица, которые уже наперед знают, как в том анекдоте, знаете, как заключенные сидят в одной камере, это анекдот 36, ха-ха-ха, там анекдот 48, уже все переговорили. Уже все знают недостатки друг друга, все знают, кто сейчас про что будет говорить, чем делиться, на что жаловаться. И происходит перемена мотивации, что ли, интереса, потому что люди сосредоточены на самой себе. Я сейчас, дайте мне минуточку, беру эту свою запись. Я сейчас прочитаю с вами описание разных видов домашних групп. Как могут выглядеть разные собрания? И, например, какой может быть тип домашней группы? Так, это я пока закрою, наверное. Какой может быть тип домашней группы? Например, мы его назовем группа личного усовершенствования. Зачем туда ходят люди? Возрастать. Вот становиться лучше, там, я не знаю, больше, красивее. Они ходят для себя. Они там что-то получают такое. Вот я сейчас прочитаю характеристику такую, как выглядит эта домашняя группа. Участие ради собственной пользы. Ничего в личной жизни не обязано меняться. Я должен чувствовать обогащенным себя от товаров и услуг этой группы. Иначе зачем же я туда хожу? Мне там должны что-то дать. Там, накормить меня, напоить, решить мои проблемы. Такое одностороннее потребительство. В ответ я не обязан. Не обязан. Например, хотя бы изменить какое-то свое поведение. Если оно мешает обществу. В этой группе нам нужно иметь пару друзей, мышление людей, нам нужно иметь парочку друзей и здесь, и чтобы эта домашняя группа улучшила мою жизнь. Что это значит? Я сейчас немножечко остановлюсь. Я в системе
районе 20 лет нахожусь. И я начинала с помощника лидера домашней группы и прошла абсолютно все ступени, абсолютно. И проходила их в разных конфессиях. Начинала я свой путь в харизматической церкви. И я знаю, что в общине верующих людей очень часто находят свою жизнь просто в общине. Я не говорю жизнь в Мессии, а жизнь в общине. Находят люди, которые не смогли найти себя нигде в светском обществе. Например, Мириам, тебе нужно подвинуться, у студентов места не хватает. Например, человек социально или душевно поврежденный. Мы знаем, да, что к Богу приходят люди с разными психотравмами. Это ж не секрет, да? Они приходят травмированные, у каждого свой какой-то багаж тяжелый за спиной, они приходят в общины. И они попадают вдруг в домашнюю группу. Что они там находят? Они находят там принятие, которого никогда они не могли этого получить в мире. Правда же? Потому что в мире не терпят плохой характер. На работе не терпят плохой характер. Не терпят люди. Они с тобой, потому что с тобой либо хорошо, либо никак тогда. Да? И вдруг в домашнюю группу попадают. Лидер терпит, наставника дали, терпит, пастор терпит, все терпят. Это замечательная атмосфера, где можно получить какое-то отношение, которого невозможно было бы получить в обычной среде, в миру. И таких людей в общинах достаточно. И они могли бы начать свои изменения, свой путь изменения при хорошем наставнике и честных взаимоотношениях. Но если они попадают вот в такую домашнюю группу, вот в такую, они замерзают в этом состоянии. И шансов вообще начать свой исход у них не остается, если они попадают в такую атмосферу. Потому что здесь, собственно говоря, никто тебя не берет за руку и не ведет по станциям. Нету никаких критерий роста, их не существует. И человек остается в этом одностороннем отношении. Здесь у меня парочку друзей, больше, собственно, и не надо. Вот. Здесь меня будут терпеть, поощрять, любить. Сюда я прихожу, я нахожу душевное успокоение, там что-то там еще нахожу, чай нахожу я. Вот. У нас на одной домашней группе вообще была просто война, длилась она около года. И ее изменить, эту проблему, не было никаких сил и возможностей. Проблема заключалась в том, что несколько людей в домашке, один психически больной человек, эта болезнь проявлялась во времена сезонных обострений, то есть не постоянно это было проблемно. Иногда можно было тяжело, но справиться, а иногда было совсем плохо. Такой человек. Другой человек, похоже, потом он мне тоже признался, что в 90-х он получал помощь в больнице психиатрической. Это мании, страхи. Очень сильные фобии, да, спасибо, фобии, психозы всевозможные. И этот человек второй, он был теологически грамотен, вы себе не представляете, он прошел очень много теологического обучения, поменял всевозможные общины в городе. Вот, и я потом тоже честно поговорила и спросила, что мы тебе можем дать еще? Он говорит, ничего. Я говорю, давай отпустим друг друга на свободу. Я не могу нести ответственность за тебя. Я не получается. Зачем? Вот. И пойди, говорю, найди общину, которая соответствует твоим верованиям, пониманиям. Он говорит, здесь такой нет. Ну, в городе не существует.
И еще пару таких людей они нашли в достаточно большой, долго не умножающейся домашней группе. То есть там был такой аквариум, он набрал лимит и законсервировался вот в этом состоянии. Там долго не было притока новых людей, люди начали быть вот сами для себя. И этот бедный лидер, он стал заложником, просто заложником ситуации, потому что людей много. Видимо, группа... Люди грамотные, потенциальные, все молятся, все умеют, все знают. Но у лидера с каждым полугодием кризис усиливался, потому что надо в эту группу прийти и что-то такое эдакое дать каждый раз, вы понимаете? Уже что из себя можно еще выдавить? Ну, как бы все, уже группа переросла лидера, он себя чувствует обязанным что-то им давать. А там некому давать, они уже все больше знают, они спорят на группе, они постоянно там не согласны, исправляют лидера. И мне нужно, я смотрю, мне реанимировать самого лидера нужно, периодически спасать человека, потому что я его бросила под танк, и ему все время плохо. Его группа просто мучает. И я приходила туда несколько раз, другие служители приходили несколько раз. И мы все между собой сошлись на том, что мы ничем не можем повлиять. У нас вообще уровень влияния просто зеро полностью. Собрался такой вот костяк, группа внутри группы. Вот, и они определили, что здесь нужно пить чай с 7 до 8. Вот вы смеетесь, я сейчас не утрирую. Уровень и вопрос чая и приема людей был поставлен на... Ну, как, слушайте, как первая заповедь, заповедь Торы. Уставший пришел с работы, ты вообще не знаешь, как он провел этот день, ты не знаешь, что у него на душе, а лидер ведется и ведется, знаете, год ведется, полтора ведется, он же хочет показать любовь Господа, он же хочет вот как бы развеять эти неправильные мысли, понимаете? В такое рабство человек попал. Вот, и нам пришлось распустить эту группу. И знаете, кто больше всех кричал о неверном решении? Парень, который болен, и который про чай возмущался. Он кричал: нельзя этого делать, вы что, не понимаете? Вы совершаете ошибку, нельзя этого делать. Мы просто, знаете, отпустили всех в отпуск и сказали, что потом соберем. Люди, которым нужен был Бог, которые поняли, что... Вообще ситуация, которая сложилась, она была не Божья. Они нашли себе другие домашние группы. Мы дали им возможность походить по квуцам, найти себе место. Ну, это ж не совсем прямо так вот своевольно было. Старшие лидеры за этим наблюдали. Думаю, месяцев 7, если я не ошибаюсь, квуцу. Но мы поставили наши условия. Кто туда будет ходить, почему туда будет ходить и как теперь здесь будет. И ряд людей из той старой группы, они назад не вошли. Одного брата мы попросили уйти по-хорошему. Имеем ли мы на это право? Имеем. Решила, что да. Знаете, потому что я еще раз вернусь к началу разговора, я люблю и ценю лидеров. И я считаю, что эти люди не другие живут как хотят, эти оставляют дома, детей. После работы вот такие вот, они еще бегут куда-то по дороге, что-то они решают, понимаете, они за этих людей молятся, они катаются, они не живут жизнью для себя. И я не хочу, чтобы из-за просто случайных попавших на группу нечестивцев у меня лидер упал. Когда я буду вот так измерять, за кого мне стать, я стану за лидера. Почему? Потому что это люди платят высокую цену. И я вижу в Писании, если придется выбирать, я знаю, что Бог становится на стороне слуг своих. Я так вижу. Он заступается, понимаете, потому что иногда мы не видим, кто прав, кто виноват. Иногда мы не видим. Но если мы не ценим труда слуги Божьего, мы вообще ничего не понимаем. Если люди неблагодарны, они не понимают, они укоряют, они не приносят абсолютно никакого плода и цены, нужно задуматься, не чемодан ли это без ручки, который вообще давно никому не нужен. И на самом деле люди не идут за Господом,
но сама атмосфера потворствует неправильным мотивам, отсутствию жертвенности. Ты вчера сказала о женской группе. Очень много мужчин, которые не имеют детей и полом. Это связано с поиском комфорта для себя. И вот я читаю еще раз. Группа «Личное усовершенствование». Участие ради собственной пользы, пусть даже она выглядит достаточно духовно. Ничего в личной жизни не обязано меняться. Должен чувствовать себя обогащенным от товаров и услуг группы. Мне неплохо иметь тут пару друзей. И эта группа, она улучшает мою жизнь. В группе нет концепции. Человек является центром. Вот. Грань очень тонкая, друзья. Там могут быть люди, говорящие о Машиахе, но они будут говорить о нем, но центром все равно будут они. Они решают, пить нам чай или не пить. Они определяют, для чего они тут собираются. И ограниченное удовлетворение от молитвы и поклонения у этих людей. Ну, им надо общаться. Вот, вот такой есть тип домашней группы. Еще один. То есть я сейчас говорю ошибочные, да, ошибочные, ну, неправильные. Значит, мы в такой группе изучаем проповедь или разбор слова. Хорошо изучаем, правильно изучаем. Нам нравится присутствие друг друга. Мы делаем социальные вещи вместе. Помогаем, там, ходим в больницу, мы хорошо все делаем, молодцы. Мы обращаем внимание, когда у кого-то есть нужда, такие именно, отзывчивые мы. Но близкого контакта между нами нет. Нет прозрачного исповедания, нет вот этой кайнонии, если хотите, честности. Есть, ну вот, я думаю, что в Тимофее такое очень красивое описание: вид же благочестия имеющие, но силы же его отвергшиеся. Все чинно и благопристойно пришли, помолились, попели, нужды заполнили, бедному помогли, добрые дела пошли, сделали. Как бы все неплохо. И мы посещаем, пока не придут дальнейшие перемены в образе жизни. Вот я хочу сказать, что пока оно все вот так, и не трогайте, не меняйте, ничего, не меняйте ничего. Вот все пусть так и будет хорошо. Вы знаете, такой подвох, или, возможно, вы не видите в этом ничего плохого. Я сейчас объясню, как это проверяется. Такая симпатичная домашняя группа, она может существовать вечно. И внешне вы не можете даже понять, что же там не так. И поклонение есть, и в Библию уже учили, переучили. Все по расписанию, все идеально. Помазание отсутствует. Честность, как бы вот свободы, открытости нет. Имидж симпатичный снаружи, и ничего не меняйте. И дары Святого Духа не работают. Нет, но не можешь понять, почему. Почему? Подотчетность вроде бы, ну, как бы внешне все правильно. Да, и люди получают от этого удовольствие, но когда вы ведете такую группу, вы не можете очень часто понять, в чем подвох. Эта группа, она соединяет людей, которые уже привыкли к стилю жизни. Как правильно, это уже такие зрелые, верующие, с бородами. Они уже определили свою зону комфорта, они четко очертили этот круг, они никому не дадут поменять эту черту, потому что тогда зона комфорта будет нарушена. Они выставили как бы правила приличия, как должно выглядеть их вот это хождение, и вы туда не пробьетесь. Единственное, почему можно определить, что это не лучшее, чего можно было бы ожидать, это не вот дела, ты за них не ухватишься. Видимого практически нет ничего. Единственное, это отсутствие Божьей атмосферы. Единственное, там никогда не спасаются и не остаются люди. И проверить вот это можно только годами.
Я говорю вам не только то, что я сейчас могу прочитать в своем пособии. Я знаю это. Я бывала годами не могла понять, ну что с этой группой не так. Ну что с этим лидером не так. Иногда просто, что еще сделать, чтобы там пришла жизнь? Ну что еще сделать, чтобы там спасся хотя бы один человек? И ты стараешься, и ничего, никакого плода, никакого... Эти люди не дают обычно поменять. Вы знаете, мой опыт такой, может быть, потому что я эмоционально и импульсивно. Может, я эмоционально и импульсивно. Я в такой среде никогда ничего не могла понять, потому что, ну, во-первых, скажу так, когда мне говорят, что это синее, я верю. Вот насколько я могу подозревать и не верить, насколько я могу поверить, что Чебурашка существует. Надо мной друзья шутят. Но я сейчас не прикалываюсь. Они мне сказали, что Чебурашка — это реальное животное, живет на экваторе. Я им поверила. Вот, они иногда вот так меня любят. Да, я... Вот мне говорят так, значит так. Я не проверяю. Мне говорят, что там в группе, как дела. Люди, всегда виноваты еще люди. Они что-то у них, они или не духовные, или вот у них нет страсти. Всегда какие-то такие ответы, что, ты понимаешь, ответ есть, а ты все равно не понимаешь, что не так. Тебе вроде бы все рассказали, это на духовном уровне какая-то ложь, когда тебе показывают тот портрет, который ты должен видеть. Вид благочестия ты видишь, и успокойся. Ты видишь, что мы с нами все в порядке, и успокойся. Вот. Здесь нужно духовное развлечение, я считаю, и я не считаю, что все могут его получить. Вот. Потому что доверять тоже людям надо, всякое бывает. Иногда в группах, сейчас так больше по практическим вещам, есть разные причины застоя в домашних группах. Иногда это причина лидера, а иногда бывает, такая группа собралась. Такое бывает. Тогда, обязательно нужно распускать, обязательно. Иначе тогда может такое случиться, что хороший лидер становится заложником пожизненным группы людей, которые заставляют его, вынуждают его им прислуживать. Он на самом деле им не лидер, он им прислуга, даже не слуга Божий, понимаете? Потому что Божий слуга служит Богу, а это их прислуга вечная. И они его не отпустят, и группу не отпустят, ничего не произойдет. И хорошо ради... И несколько людей, которые, скажем, подвержены влиянию, они тоже там заложники. Если они попали вот в такую квуцу, они тоже попали. Они тоже считают, что, наверное, так все правильно и ну что. Вот. Поэтому длительное отсутствие обращенных в этой среде критерий – это критерий. Хотите, не хотите, дети, пол, что-то там еще может быть виновато, что угодно. Нету личного служения Мессии, его не существует. Еще один тип, он называется пересмотр отношений. Предыдущие его назвали приспособление. Третий — это пересмотр отношений. Здесь есть поклонение. Здесь есть переживание Божьего присутствия вместе. Здесь переживание близкого, у меня такой термин, исповедательного общения. То есть здесь есть откровенность и, наверное, это уровень доверия между людьми, когда люди могут открыто, откровенно говорить о своих проблемах, исповедовать грех и так далее. Здесь уделяют друг другу время. Здесь люди вступают уже в ограниченное служение другим, уже да, тут уже есть такое. Да, вот. Здесь уже не просто собрание. Здесь мы имеем такую общинную жизнь, когда пересекаемся очень часто. Например, у моего супруга на работе, мы, конечно, уже с этим начали разбираться и освобождаться от этой догмы, что непременно всем верующим нужно дать работу, особенно когда ее они не хотят. А вот.
Но есть люди из нашей общины. И так мы приходим, я прихожу к нему туда, они там, я прихожу, иду вечером на молитву, они уже там, знаете, такое. Если еще мы рядом живем, то совсем все плохо. Видим друг друга постоянно. Мы пересекаемся каждый день, мы молимся, общаемся, служим другим, решаем конфликты между нами и прорываемся дальше. Значит, на что единственное нужно обратить внимание, это вступать в ограниченное служение другим. В ограниченное служение другим. То есть с этой группой все хорошо, но есть одна вещь, на которую тоже нужно обратить внимание. Нету активного служения миру. Группа все еще в большей степени сосредоточена друг на друге. Заметить это достаточно нелегко. Почему? Потому что это люди, которые любят находиться в помазании, в присутствии Божьем. Это люди, которые любят поклоняться, они любят Бога. Они любят Бога, они любят друг друга. У них живое общение. И это поглощает их настолько много и сильно, что в процентном соотношении, если они и уделяют внимание служению другим, это крошечный процент. То есть, казалось бы, такой потенциалище невероятный. Опять же, потенциал, ресурс невероятный, да этим людям, да направить бы, да, их силы в нужном направлении, так перепахали бы всю Одессу. Их по количеству достаточно, чтобы весь мир перевернуть. Но они пока что переворачивают атмосферу в своем собрании и все. Вот. Но это уже все равно теплее. Это уже лучше. Есть такой тип домашних групп, когда группа направлена на исполнение миссии Иешуа. И, конечно, это лучший вариант. Опять же, почему я рассказываю об этих разных типах? В одной общине все типы могут быть. За этим нужно, ну, как бы наблюдать, что ли. Можно себя успокоить просто. Вообще нет, да? У меня же есть домашняя группа, у других вообще нет. Но это уже большой плюс. Если мы себя успокоили, я вас поздравляю, пользы уже никакой не будет от такого самоуспокоения. Да. Идеальный стандарт, на который мы должны обращать внимание, это люди, направленные на служение миру. Что сделать, как направиться на служение миру, мы будем говорить в дальнейшем. Но важно понимать, что это критерий духовности. Я сейчас прочитаю, как это выглядит. Это люди, которые, ну, имеют чувствование, водимы Святым Духом. Они понимают призвание свое. И вот тут, скажите, мы же теоретически это все верим, что все призваны. Как вы считаете? Вот люди, которые в ваших домашних группах, как вы думаете, они призваны или не призваны? И если они призваны, что же происходит? Значит, либо нам нужно сказать себе правду, либо мы не верим, что все призваны. Давайте правду себе говорить. Потому что это духовная шизофрения, когда мы в одно верим, а по факту мы живем совершенно другими вещами. Если призваны все, то, наверное, у человека должно быть понимание, какое у него призвание. Возможно, заниматься детьми. Скажи это. Озвучь, чтобы понимал ты, понимали все. Тогда давай рой в этом направлении. Если твой фокус дети, если твое призвание, вот человек нигде себя не видит, но он видит себя вот в ухаживании за другими. Такое тоже может быть. Если ты понимаешь, как нужно сделать, займись служением уважения. У нас на моем, вот вы не поверите, на пасторском уровне года три я решала, где должна стоять туалетная бумага, понимаете, чтобы ее все не искали. Доходила до маразма. Пока, ну вот как-то так, вот знаете. Я говорю, представляете, какого уровня задача вообще? Серьезного какого, понимаете? Решить, где брать туалетную бумагу, где она должна стоять, вот. Брали.
Ну, я, конечно, на юмор это все поднимала. У всех есть пальцы, правильно? Ну, говорю человеку, который занимается служением и уважением. Говорит, у меня лимит. У меня есть 4 там рулона. Говорит, ну, если украли, ну что людям делать в туалете? Ну что им делать? Да. Что хотите, то и делайте. Вы смеетесь, вы смеетесь. Человек должен быть на своем месте, заниматься тем, что он понимает, и делает это хорошо и правильно. Тогда пастор не будет заниматься вопросом, где должна стоять туалетная бумага. А так, куча людей, туалетной бумагой заняться некому, потому что люди еще не поняли, какое у них высокое призвание. Вот. А моего призвания достаточно, чтобы мусор увезти, когда его забыли ашеры увезти. Мы едем домой, я говорю, опять полная корзина, давай, Саша, с мужем, хоп. Там, у меня достаточно зайти в зал молитвенный дома и по запаху определить, откуда что-то не то, где нашла, решили вопросы. Моего уровня достаточно, понимаете? А еще люди в домашних группах не определились, насколько высоко его призвание. Это проблема. Я заканчиваю. Знают о своем призвании. Группы собираются услышать заповеди Мессии, молятся за стратегию. В общем, эта группа похожа на команду, которая собирается, чтобы вместе молиться и решать, как достигать Божьей воли. Решать, в чем она заключается. Это люди, которые ищут методы, способы и стратегию принести плод. Вот это та мечта домашней группы, на которую должны были бы мы все нацелиться. И самое важное теперь лидеру понять, как ему стать таким волшебником, чтобы группа такой стала. Почему я говорю, снимаю перед лидерами шляпу, потому что это колоссальный труд. Перерыв.